Дед Мороз теперь живе на августовском канале. Головный казачный герой зимы поселился у Гродинском районе не один, а разом со Снегурочкой, Бабой Ягой, Котом и Лисой Алисой. Свои особные хатинки по соседству заняли воверки, медведи и снеговик-экскурсовод. Ольга Пелянчук расскажет про пригоды, какие обещает казачная компания. У заповедных мясцинах вакол августовского канала теперь официально уладарыць дядуля Мороз. У новой сядзебу чарадзей пераехаў з любимой унушкой Снягурашкой и уласной свитой – Лисуном, Бабой Ягой, Котом Базилия и Лисой Алисой. З нагоды новоселя каля шлюзы Домброка зладзілі вясёлае свята, гасцямі якога стали маленькие гродзенцы. Яны гуляли по казачных мостиках, загадвали жаданні, отправляли листы специальной новогодней поштой и ласваліся гарачым чаем и оладками. Экскурсии детские. Подготовлена тропа сказок для детей, которые будут встречать. Также горячий чай, булочки, конечно же, подарки для детей. Познакомиться с Дедом Морозом на шлюз Домброка приехали не только дети, але и делегация туристичных менеджеров. Апошние прикметили, что августовский морозный маюнток может стать притягальным не только для белорусских, але и замежных туристов. Тем более, что визы гостям Гродинщины теперь не потребны. У нас очень много партнеров, особенно польских партнеров, литовских партнеров, потому что мы с ними сотрудничаем, так как это наши самые ближайшие соседи. Поэтому непосредственно о всех новинках мы сразу же высылаем им напрямую. И здесь уже их заинтересованность проявляется, и тогда, конечно, сюда дети приедут. Дед Мороз на августовском канале только-только обживая новые площади. Как обяцана, процесс освоивания пройде вельми хутка. Тут уже готова отмысловая забавляльная программа и подарунки. Как прогучала, чародеи, любимая унушка и казачные герои будут чакать гостей усе новогодние и калядные святы аж до 15 студеня.